Открытие новой звезды – это событие в мире науки. Открытие новых 5 звезд – это событие в мире отельного бизнеса. А презентация премиум мира семейства звездных отелей «Риксос» в «Панорама Лаунж» – это событие в культурной жизни нашего любимого города. В эфире программа «Коза». И с нами вы всегда в центре самых ярких событий. Смотрев презентацию, была приятно удивлена качеством ваших услуг. Приехав отдыхать к вам в отеле, ты не чувствуешь, что ты просто на отдыхе, ты чувствуешь, как будто бы ты дома на отдыхе. В чем ваш секрет? Риксос бренд, уже 15 лет в рынке. Я думаю, что только люкс, он сам не дает вам расслабиться, не дает вам отдохнуть. Наш бренд лакшери и всем подходит. Для детей отличные услуги, для взрослых, как ты видела, Маша, у нас много тусовки, почти все российские украинские звезды у нас выступают. Я могу сказать тебе, Риксос значит holiday center для всех. Сегодня была презентация отелей Риксос на Анталийских побережьях. Сегодня будет у нас розыгрыш путевки в Риксос, а также мы обозначим старт конкурса розыгрыша автомобиля Mercedes, который будет в сентябре-октябре среди турфирм, которые сделают наибольшие продажи по отелям Риксос. Посмотрели презентацию лакшери отелей Риксос. Насколько они пользуются популярностью в сравнении с другими отелями? Почему был приведен пример Мерседеса? То есть это качество. Качество услуг, которые, собственно, получает наш гость, соответственно, получает максимально все выгоды отдыха, на которые, собственно, некоторые люди, кто там месячную зарплату, кто копит там полгода, кто год, но они получают то, собственно, к чему не стремятся. Главный партнер сегодняшнего мероприятия «Соли Плюс» дарит вот этого красавца тем, кто продаст наибольшее количество путевок в Риксосы. Ведь Риксос – это лакшери, стиль и комфорт, а Mercedes ни в чем не уступает туристическому магнату. Я думаю, любимейшая подружка, которая имеет такой сертификат. Скажи мне, провокационный вопрос. Где лучше отдыхать? В «Панораме Лаунж» или «Риксос»? Если в городе Харьков, то, конечно, в «Панораме». Если это Турция, то, конечно, это «Риксос». Во многих «Риксосах» в Турции. В Кирове. Планируешь в этом году отдых в Турции? Вот как раз именно сейчас я занимаюсь. Провел несколько переговоров этим вопросом. И как успехи? Я спрошу проще. Загадывать не будем. Правильно, просто... не загадывай. Ты взял свой конвертик счастья, по которому ты случайно должен выиграть путевку в Риксос. А мне вот интересно, о чем подумают люди, когда главный представитель сети отелей Риксос вытащит конверт, в котором будет мой номер. Дело в том, что я уже брала интервью у представителя Риксоса, так что в конверте будет мое имя. Я тебя поздравляю! Сейчас плачь, не стесняйся. Не стесняйся, ты можешь плакать. Ты ожидала? Нет, вообще не ожидала. Первый раз вообще что-то выиграла. С моей удачей это очень странно. Только что Юлия выиграла путевку, причем в
девушке приятнее всего, когда говорят: выбирай отель, какой хочешь. И она выбрала Rixos Takerola. Я тебя искренне поздравляю. Тем более, что Юлия ни разу не была еще в Rixos'ах. Исправим эту ситуацию. Спасибо.